Я с недавних пор очень полюбила нашу площадь Победы и горжусь ей, потому что моя подруга из Москвы, которая приезжала 2 недели назад и приехала специально сегодня поддержать меня, так. Сказала, что, говорит, я никогда не видела такой красивой площади, это же, говорит, как Елисейские поля. Вот прям как от цирка едешь, и я так присмотрелась и думаю, а да, и вправду. Реально, Елисейские поля, и вот у меня сейчас все вот сводится к тому, что так, я заеду через Елисейские поля и потом приеду домой, и там вот на самом деле очень красивое место. Очень много сегодня площади Победы почему-то называют. Именно. Ну, у меня просто вот такая ассоциация, я слышала, что все говорили, но вот реально на самом хорошо, деле. Хорошо, спасибо. Так.